Подпрыг, вот так, ебать, валит 7. Кто, кто? Да ну пацик маленький, там 8 или 7 лет, ну в натуре, ну 7-8 лет. А дед как выглядит? Валит вот так вот, короче, ну, блядь, на своем карете, вот это, смотри. Я вот так подпрыгаю, вот так в воздухе, она разворачивается, вот так прыгаю назад и попер дальше. Прикинь, трюкаешь, да, иди? Меня аж дух перехватил. Я так бы так сделал, блядь, я бы их хребет переломал бы на. Есть такая тема, да? Там отделял, такие, пу. Ебать, я, короче, если бы так бы, ну, на мене, я вот так бы отвечал, так вышел бы, и вот так, вот, чисто вот так по-нормально, вот так, как мужик мужику, знаешь, поебалу бы дал. За что, за что? Так, короче, вызываю тачку, приезжаю хуй, бля, с правым рулем. С правым рулем. Я трохи, ну, бабки були там, при капусті були трохи. Мене бутылочка, водочки заводи, там закусочки, я смотрю, шар, поїхали, чики з Китаю там, через базарю. Я можу, я втонув, він може понять, що мене. Я від нього хочу. І так валим, і так іде водитель, я так вже підбуханий, ще бутылка водки, я втулю його. І я такий, фу! Водило такий пиньок. Я посвящаю, щоб на мене оце, ебать, я посвящаю, нагнав би, двоїм мене був би їбало. А ты, блядь. Это дуже так серьезная ситуация, братва. Я такой, ну, мне, ну, я не то, что там, ну, туплю, типа, но эту камеру вообще нахуй не изменю, вообще никого, ну. Просто если кто-то будет базарить Антон, ну, даже там, если я сейчас натуплю, я короче, ну, в каждом виде блядь, закажем, блядь. Ну, встретимся, мне хуй делать лично, ну, сознаю, надо, там базару нет. Чудак, вот так, прикинь, ебать. Мы не побухали, а чудак, вот так, на 9 этаже, на 9, ебать, не то, что там, ты третий, там, понял, даже 5, 9 этаж. Выходим на балкон, короче, курить. А балкон так, ну, не застекленный нихуя, ну, обычный балкон, понял. И это, короче, такая хуйня. Ну, блядь, приваренная, чтобы, короче, блядь, цветы, нахуй, понял, ну, типа, блядь. Чехай, бать, он проскочит, блядь. Уже, думаете, так, блядь, дорогу там сидеть, ну, блядь. Пиздец, охуел. Не скажи по ногам, да? Такая хуйня, короче, ну, я вам, братва, отвечаю. Такая хуйня, короче, ну, блядь, для цветков, понял? Не, бля, за балконом. На балконе, да, за балконом, да, да. Ты понял, братан? Железо, надо, как приварено. Для цветков, да. Друзья, такие, каже, каже, смотри, что я могу. Я думаю, я, ну, я, конечно, видел на него много, я понял? Вот такие, что, вот так вот, ебать, меня какой-то паук, сука. Вот такие, сука, прикинь. Фу! За балкон, на 9 этаже, и берут вот так, где всю хуйню. Это 9 этаж, да? Я думаю, ебать! У меня до сих пор мурашки, смотри. Это было давно, да? Я говорю, отвечаю, будь ты проклят, больше никогда не делай, пожалуйста. Сильно, это просто надо было бачить, это так... Я на мосту стоял. Держался, короче, блядь. На поручи, да, ну там? Да, вылез на поручи, ебать. Если я их вспомню, так у меня, короче, ну, начинается мандраж, именно со стопы. А в этом рвоз, и назад, туда стопы, ебать. Базар, да, блядь. Сильно, сильно. Это получается с этой хуйни охуенный чай. Да, братчик, а расскажи нашим зрителям, что это за хуйня вообще? Калина не верба. Ну це, блядь, 100%, да? Мне кажется, 100%. Ебать! Стою на рынке вот так в натуре, ебать. На четвертый суток, бартуха, на выходе на таком, я жду чудака, и говорит, 20 минут подожди, я буду. Я каждую минуту, и каждую минуту я час проходит, пизда. Подходит до меня так пацик. Подходит до меня так пацан. И каже такий. Каже, а вам не надо деберолы. Я думаю, такий. Деберолы. Я думаю, може і надо. Я не знаю, що воно за хуйня. Я такий думаю, за що ти мені так мозг розвертаєш? Я і так і погнав. Так таким языком, я, ну, понял, ну мы на украинском базаре, а то він где-то там по-любому, там я ебу, за, ну, где-то, короче, там, забрать. У меня по-любому где-то с высоты, ебать. Я поначалу думал, что какие-то, короче, блядь, кабачки. Помидоры, походу, ебать. Деберали? Деберали, блядь. Як мене назвати помідор? Деберали. Деберали — це, короче, якісь-то... Іменно, якісь-то, короче, ну, вимерший вид, поняв? Людей, ебать. Іменно. Деберали, блядь. Ще ті, да? Це ще ті були деберали. Да,
Кепочка прикольная, не ебать. Скажи, вам не надо Эдеберон. Не надо, по-любому. Ты что звонишь? Я тебя так долго шукал, что наконец-то мы нашлись, блядь. Наконец-то, братуха. Наконец-то. Не надо. Так ти не брав, ні? Не купив у нього? Дав, де брали. І так я пішов на другу сторону, він мені мозг перервав нахуй. Я що ти кажеш, дитуря? Нахуй розколотився, так її міняв. Та, ти мене заєбав, я хотів йому писок, сука, вот так просто набить. Я так аж на другу сторону сібався, думаю, від біди подальше вже. Бо я бачу, він вже рядом, він біля мене стояв, думаю, біда рядом. Щас він допіздіться, бля, да? Я вот так... А ты ебать, да? Хорошо, понял, я уже думаю, сейчас ты ебать, да? Думаю, тогда ебать, думаю, да это похуй, я же не метил кресло, блядь. Я говорю, я вообще не думаю, ну что там, где ты там, блядь? Я так искакаю, думаю, типа, подходит, так на туле, отвечает на рынке, там, так подходит, такие, говорит. Я так сбоку подошел, я его, ну, я даже не бачу. Подкрався, сука, да? И такие сбоку такие, говорят, и так четко так. Я же запомню просто твой голос. Говорят, а вам не надо, говорит, Эдеберол. И у нас занес, ебать. Натуре занес, ебать, отвечаю. Я сейчас схватил. Добирали, да? Добирали. Добирали. Я тебя на канале забуду. Сильный там парень. Этот парень такой сильный, что ебать. Тебе одной силы его хватает. Я просто когда почув голос, а потом на него глянул. Ну хватает только голос, да, блин? Били руками, ногами. Так, там из бурки рассказывает. А ну, давай дайте историю. Да что-то типа, говорит, как получал, там, говорит, так получил, говорит, на районе пизды. Ты, говорит, ну, ты, говорит, нормально, так получил, говорит, пизды. А ты, говорит, били руками, ногами. Тоже укомплектованный, там, заебал. Сука. Сука, пиздец, есть такие типы опасные, ебать. Неудержимые, да? Неоспоримые, да? Да. Добираемся тупо труба вообще. Сидите, палец. Я тебе даже и врагу не посоветую. Такой хуйни, да? Такой хуйни, да, даже на трубу. Делаешь, что дарю цветы, дарю его? Миллиард раз. А я коноплю подарю, потом расскажи, пожалуйста. Кажи, я подарю тебе гонжай, научу тебя смеяться. Я, братуха, расскажи. Я подарю тебе любовь, да? Я так покурю хорошенько, блядь, бачу, ну пизду, так по-другому, это хорошо, ебать. У меня такая водичечка, я себе пизду, бачу, как ёлка растет, ебать. Я подошел, порвал, так веточку, что-то так, аккуратненько, ну, по цветочку сделал, там, красивый цвет. Букет, типа, да? Я говорю, солнышко, это тебе, родная. А кому, кому? Да там тёлка, блин, я просто прогнал, ебать. Она, это что, каннабис, блядь? Да уже, прикинь. Каннабис. Каннабис, я говорю, да всё, короче, я погнал. Фу, блядь, красота. Ну ты любишь вообще девочкам дарить цветы, да? Конечно, нихуя себе. Слепает сильно? Мне тебя самому даже нравится. Правильно, ну что? Только цветы дарить. Нормально. Нормальная тема. И каннабис можно дарить, да? Уже первый раз её поняла была. Ты мне не бать, я подарю. Ну она взяла и подалась или выбросила? Мы просто сильно любим с ней друг друга. То есть вообще, как собака с котом, понял? Я думаю, что думаешь ты, сука, тебе не нравится. Как собака палку, да, Игорь? Я такой, блядь, она полюбарина. Это что, каннабис? Короче, ладно, да иди. Сука, я не буду. Я положу так и пишу. Да я хуй. Ну ладно, все, братуха. Наши зрители, блядь. До встречи. До встречи нашим пацанам всем. Подписывайтесь на... Подписывайтесь на канал. На канал, на ютубе и на наш постаграм, да? Это сейчас, короче, друзья, братка, сука, чуть-чуть много...
Мне не нравится, как погано виглядаю. А ти хуєно виглядаєш, братуха. Така хуєна. Ну так, пацани, напишіть в коментарях, заебись контрабас виглядаю так само. Так, що травиш, ебать. Охуєно, глядь, пиздаті кроси, штанина, футболка, прическа побритий. Пушка, пушка, пацан. Ну, короче, напишіть. Якщо будете нас, короче, смотреть, ми вам такое покажемо, пацани, що ви охуєєте. Смотри, що пацан скажете. Так, лайк. Голий чулок по-любому покажемо.